Как говорят организаторы, ребята сами захотели рассказать и показать многонациональность и дружбу народов, которые населяют гимназию, их второй дом. В артистичной и оригинальной форме они демонстрировали самобытность, культуру и обычаи разных народов. К примеру, 7 А-класс представлял гагаузов. Ученики, одетые в национальные костюмы, ознакомили своих сверстников и педагогов с новогодними колядками, танцами и песнями на гагаузском языке. Тема сегодняшнего мероприятия мне очень близка, потому что в душе я интернационалист, и очень хотелось бы, чтобы всегда был мир, и на земле народы всегда дружили между собой. Благодаря видеопрезентации, подготовленной учащимися 7 Б, присутствующие прониклись величием гор и красотой природы. Горячий темперамент армянских джигитов, скромность и грациозность девушек Армении – это уже отразили юные артисты. Братья Гаспарян сегодня главные исполнители зажигательного армянского танца. Братики со школы пришли и сказали, что будет такое мероприятие. Я очень обрадовалась, ну, так как все узнают нашу культуру побольше, более обширно. И они очень готовились тщательно. Маме за месяц сказали, что нужно приготовить. Мама очень готовилась, и я очень рада, что такой день. Яркий колорит разных народов – молдаван, украинцев, белорусов. Все это в песнях и танцах. И не только. На суд жюри участники форума дружбы представили национальные блюда. Наш класс представил традиции разных народов – молдавского, болгарского народа и украинского народа, так как у нас в классе учатся дети именно этих национальностей. И мы решили каждому народу уделить должное внимание. Идея была в том, что мы все разные. Но в наших жилах течет одна кровь, а следовательно, мы все люди, мы все братья. И только в мире и согласии мы можем творить и созидать прекрасное. Дружба между народами, между людьми разных национальностей – это то, что сегодня наиболее актуально и нужно всем. Начинать пропагандировать и воспитывать это чувство у детей необходимо не только в школе, но и в семье. Ведь от этого зависит стабильность и мир во всем мире. Светлана Бакал, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.